вдали там катается серфингист. У него парашют на веревке. И этот парашют, в общем, его таскает. В виде паруса. Вот он. Пошел. Катается уже долго, больше часа, туда-назад. Там на крыльях летали сегодня. Парашют, крыло, тоже планеристы. Я видео снимал на мысе Хамелеон. В общем, развлекаются люди, кайфуют, пьют вино, отдыхают. Коктебель, он вообще прогулочный катер пошел вдали. Дали гуляют. И туда они ходят за вулкан Карадах, там где их Золотое кольцо называется. Арка высотой 37 метров. Скала 37 метров. И высота арки 12 метров. Вот кораблик пошел, он туда пошел. 1000 рублей стоит туда экскурсия. 1,5 часа. Но мы не ходили, мы уже в Ялту ездили, там катались на теплоходе, в балаклаве, на лодках. Нам и так хватило. Такие вот здесь экскурсии. Лучше не придумаешь, в принципе. Дальше там Судак, Новый Свет, Семиис. Все побережье Крыма уникально. Горы, природа, крымская сосна, эквалипты, много других деревьев. Уникальное место, такой рай на земле. Мне Крым очень нравится, лучше Краснодарского края, лучше Абхазии. Вот в Крым я ездил и хочу дальше тоже ездить в Крым. Ну, может потом попробовать Турцию да Египет сравнить. Посмотреть, что там будет. Вот последний вечер мы доживаем, и завтра мы съезжаем. Едем в Судак. Из Коктебеля. Вот Коктебель как на ладони здесь. Вот это Коктебельская бухта. Прям с балкона все видно. С нашего 4-го этажа. С нашего номера. Такие столики у нас здесь. Хороший санузел, телевизор, холодильник, все что надо. Душ. Кондиционер.